не мог назвать, пока материалы не были рассмотрены в судах. Вот районные суды рассмотрели на сегодня, значит, 86 поступивших заявлений, а всего было 88 подано за этот период. Значит, и по 86 отказ заявителям по предмету их заявления. Два, материалы еще не рассмотрены, перенесены вот по разным причинам, по неявке заявителя, значит, по другим вопросам. Значит, на 6 марта. 86 материалов сегодня отказные. Владимир Григорьевич, о чем идет речь? Будут ли они обжаловаться в областном суде или нет, это вопрос, так сказать, участников процесса. И избирательная комиссия здесь, в частности, или участковый, или территориальный, в зависимости от существа иска, участвует в качестве или ответчиков, если где-то это участковой комиссии, или третьих лиц, если это территориальная избирательная комиссия. Если можно, уточните, пожалуйста, о чем идет речь сейчас, потому что мы можем перепутать. Вот это, что я назвал судебные материалы, это касается выборов декабрьских. Это обжалование результатов выборов. Партия «Справедливая Россия». Ну, здесь не только партия «Справедливая Россия», это все материалы, которые поступили. Они поступили, в частности, заявителем была, ну, в основном, вы правильно говорите, «Справедливая Россия», в отдельных случаях Компартии Российской Федерации, в отдельных случаях были непосредственно избиратели. Вот. Я могу сказать, что «Справедливая Россия» 64 иска, Компартия 13 и просто рядовые, что называется, граждане, избиратели 11 исковых заявлений, были поданы в суды разных районов. Не рассмотрены ли? Чьи сейчас остались? Два не рассмотрены. По «Справедливой России». Угу. «Справедливой России».